Всем привет, вы на канале Криптомафия, и в этом выпуске я сделаю обзор токена DAPS Token. Вначале я хочу сказать, что я не профессиональный трейдер, а только лишь любитель, и криптовалюта мое хобби. DAPS Token находится в рейтинге CoinMarketCap на 421 позиции. Ее капитализация составляет практически 6 миллионов долларов, и уже выпущено аж 52 миллиарда токенов, и общее количество токенов должно составить 60 миллиардов. Данная криптовалюта начала торговаться в сентябре 2018 года. И видим большой всплеск закупок в апреле. Почему-то заинтересовались данной криптовалютой именно вот сейчас. Возможно, как раз вот была цена, мы видим, что особо не выросла, но был хороший объем. То есть, возможно, скоро будет какой-то рост, чтобы вот этот вот объем, кто скупил, кому-то сплавил, продал. Торгуется она не на многих биржах, Bitmart, есть... В принципе, как для такого токена еще есть объем продаж 63 тысячи долларов в сутки в паре DAPS BTC, в паре DAPS Эфир на 18 тысяч долларов в сутки ей торгуется. И две еще биржи ESTEX и CREX24. DAPS это анонимная криптовалюта в аналоги такие как Monero, Zcash, Dash, XVG. У DAPS есть ряд своих преимуществ, что они пишут, и можно, если кому-то интересна данная криптовалюта, более подробно узнать о ней. Но так как криптовалюты, которые как раз на анонимность настроены, их очень сильно правительства разных стран критикуют, и из-за этого они могут сильно упасть в цене, они очень нестабильны, поэтому очень такой большой риск торговать именно такими криптовалютами. И у DAPS токена будет запуск главной сети 30 июня, возможно раньше. Ну, посмотрим, будет или не будет, люди голосуют, что на 98%, что состоится запуск данной сети DAPS. И если, конечно же, запустят данную систему, то, конечно, вполне возможен какой-то рост. Но мы видим, что она торгуется не на многих биржах, поэтому если будет листинг на какую-то другую биржу, и особенно крупную, тогда возможен хороший рост. Тем более у нее есть хорошая, в принципе, капитализация. По прошедшим событиям были разные у них тесты. Выход на биржу, вот Bitmart, удаление с биржи, выход на биржу. Выход тоже на биржу, раздача бесплатная. То есть сейчас начинаются вот тесты, если запустится запуск, то возможно будет какой-то рост и на данную криптовалюту. Стоит обратить внимание, посмотреть, как она вообще будет развиваться и насколько она действительно хороша, как себя описывает. Потому что пиздеть не мешки воротить. Посмотрим, что с этого получится. И на этом буду завершать свой обзор. Подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч.